Продолжаю цикл упражнений, которые очень быстро помогают переключиться, выйти из деструктивного настроения в более созидательное, на уровне как эмоциональном, так и физическом. Сегодня акцент для тех, у кого есть затруднения с обычными дыхательными упражнениями, с обычными медитациями. Все понимают, что нужно переключиться, отвлечься, подумать о хорошем, подышать, и станет легче. Но когда что-то тебя нагребает по ряду причин, ты не можешь просто доделать упражнение. У некоторых не хватает дыхания для дыхательных упражнений, некоторых что-то мулит, раздражает, они все время отвлекаются, забываются и так далее. Так вот, есть действительно подходящие, физиологически оправданные, безобидные, подходящие вам упражнения. Самое простое – это вы тренируетесь и можете это делать, кстати, для того, чтобы засыпать, переключаться, отвлекаться. Делайте прямо сейчас. Вы делаете один вдох на одну секунду, выдох на одну секунду. И считаете. Вдох – раз, выдох – два. Вдох – раз, выдох – два. Раз – два. Не обязательно с открытым ртом, это я, чтобы вам было видно и слышно. И в голове считаете раз, два. Можете даже визуализировать цифры, это чуть-чуть быстрее вас переключит. Обычное дело. И продолжаете так делать, пока я рассказываю, считаете раз, два, раз, два. Поэтому, если вы отвлечетесь, вы просто возвращаетесь. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. И когда вы проговариваете, когда вы слышите раз-два в голове, у вас активируются те участки мозга, которые оттягивают кровь от вот этих самых миндалевидных, правой половины миндалевидного тела, вот этого центра возбуждения, депрессии, тревожности, агрессии, чуть-чуть распределяя. Если вы подключаете визуализацию, вы подключаете правый гиппокамп, он тоже разгружает и упрощает работу, но она должна быть предельно простой. Предельно простое. Поэтому раз, два, раз, два. Продолжаете так и тренируетесь. Это может быть вашим пределом упражнений. Но если вы все-таки чувствуете, о, получается, хотелось бы немножко глубже, больше, тогда можете поэкспериментировать. Раз, два, раз, два. То есть вдох на раз, два, выдох на раз, два. И вы отсчитываете себе ритм. Возможно, вы не знали о том, что все вот эти речевки, вот эти солдатские, вот эти вот раз, два, левой, песни, все это имеет смысл на самом деле. И все это имеет смысл и помогает успокоить мятущийся разум в стрессовых обстоятельствах, дает ощущение структуры. Это физиологическая основа. Не то чтобы они знали, что делают, они интуитивно нашли, но это может помочь. Вот так левой, правой, раз, два, левой, левой. Вы дышите раз, раз, два, раз, два, раз, два. Но если вы можете больше, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И на счете три вы можете добавить еще секунды паузы. Задержали. Раз, два, раз, два, три. И вы выбираете, как вам комфортно. На самом деле не принципиально. Сейчас. Часть внимания просто занята счетом, подключаются участки, которые проговаривают внутри, некоторые даже визуализируют, и вы размериваете дыхание. Само по себе замедление и размеривание дыхания, оно само по себе делает очень хороший, очень мощный внутренний эффект за короткое время. Но если вы можете расширить дыхание до 4, до 5, да здорово, замечательно. Сейчас прямо пробуйте, экспериментируйте, можете это использовать для расслабления, засыпания, но изредка бывают там всякие эффекты гипервентиляции, гипоксии, там покалывания, головокружение, тепло, мурашки по телу, какой-то там отстраненность. Это нормальные вещи. Если это вас напрягает, так уменьшите диапазон дыхания или остановитесь, понаблюдайте за этим, расслабляясь, но недолго. И вы делаете акцент на том, что вас успокаивает, расслабляет, и можете подбирать вот эти самые ритмы, счет, интонации голоса, которыми, что вы вкладываете. Мало того, даже если вам трудно сосредоточиться из-за того, что вы злитесь, так вы вкладываете эту злость в счет. Раз, два, раз, два, раз, два. И вы таким образом регулируете вот этот самый нервную систему ритмом. Потому что ритм – это очень важный регулятор, очень простой, очень доступный, его интуитивно нам понятен. Ну, в общем-то, достаточно. Если вам интересно, ставьте лайки, делитесь с другими и наблюдайте за лентой. Я буду продолжать вот эти
простенькие упражнения, техники, методы, которые за считанные минуты помогут вам переключиться. Я выбираю только то, что проверено исследовательским методом на уровне доказательной медицины. С вами был Андрю Флешер, добро пожаловать, задавайте вопросы, пишите, главное делайте перепосты и лайки.